Ну, здравствуйте, мои дорогие любители Резидента. И сегодня я для вас заготовил очередное дополнение по Резиденту 7. Уже аж 7 по счету. Кстати, оно уже предпоследнее. И называется это DLC 55-й день рождения Джека. Сразу стоит, пожалуй, пояснить, что все сюжетные дополнения закончились еще на прошлом видео. А именно, гибель Зои. Но оставшиеся два это скорее испытания и челленджи. Одно из них, собственно, шуточное и стебное, но другое весьма хардкорное и не каждому по зубам. И сегодня мы начинаем, собственно, с шуточного. Итак, день рождения Джека. В чем же заключается смысл игры? А смысл заключается в том, что играя за Мию, нам нужно будет носиться по известным нам локациям в поисках еды для Джека. Типа вина, фруктов, курятины и так далее. Какую-то еду можно комбинировать, от чего она будет прибавлять больше сытности. Но об этом уже более подробно в самом прохождении. Итак, всего у нас здесь будет доступно 6 уровней и ранги за их прохождение. Это С, самый худший, Б, чуть получше, ранг А, еще лучше и, наконец, С, самый лучший. Но это лишь на первый взгляд. Пройдя уровень на ранг S, нам будет доступен самый максимальный челлендж, а именно ранг SS. И я подумал, раз уж я взялся за это дополнение, то проходить буду само собой на самый наивысший ранг. И без использования читерских предметов типа ломика, бесконечного бластера или же боеприпаса. Итак, с чего мы начинаем? Сразу же зайдя в данный режим, мы должны обязательно пробежать их, просто скажем, на ранг K. Обычно такое сразу же бывает при первом прохождении, ну, лично у меня. Но уже потом улучшать результат на ранг S. За это мы будем получать различные навыки. Ну, скажем, какие-то прибавляют больше времени за попадание по врагам, другие отнимают меньше здоровья, а третьих наша Мия быстрее бегает и прочее. Но нам в любом случае нужно сначала пройти все уровни на ранг S и открыть абсолютно все навыки. Скажу честно, в этом нет особых проблем. Просто заучиваем уровень и разрабатываем тактику. Уровни сами по себе весьма легкие. Этот режим я, кстати, на прохождение прошел впервые, потому как весь этот стёб мне лично не зашел. И я дальше первого уровня тогда так и не продвинулся. Но раз я обещал тащить все дополнения, значит будем их тащить. Да еще как можно зрелищно и хардкорно. Итак, пройдя все уровни на ранг S, при повторном прохождении у нас и будет доступен ранг SS. И для его прохождения нам обычно будет даваться около 5 или же 10 секунд за пробежку. И вот чтобы на него пройти, нужно будет выстраивать цепочку убийства врагов и двигаться исключительно по дополнительному времени. Ладно, пожалуй, с вводной информацией, думаю, покончено, и видео уже сами, собственно, все и увидите. Ну что ж, наливаем горячий кофеек и отправляемся кормить нашего ненасытного Джека. Сегодня 55-й день рождения Джека. Чтобы отпраздновать это событие, семья приготовила особое угощение. Но ненасытный старик Джек требует еще. И тут появляетесь вы. Ищите вокруг еду и несите Джеку, чтобы утолить его голод. Там и всем припрятаны всякие вкусности. Собирайте еду и несите Джеку. Чтобы покормить Джека, выберите еду в рюкзаке. Каждое кормление повышает показания счетчика сытости. Для победы доведите показания счетчика до максимального. Эй, немедли! Накорми меня! Папочка приходит в ярость, когда голоден. Пока не поздно, принеси ему что-нибудь поесть. Если быстро его накормишь, то получишь особую награду. Что касается наград, можно временно остановить отсчет времени, атакуя и одолевая врагов. В общем, быстро убивай врагов и получишь дополнительное время. А? П-
Почему твои атаки останавливают отсчет времени? Ну, просто так все устроено, Зои. Я только зря время трачу. Эта комната — начальная область. Как только ты ее покинешь, начнется обратный отсчет. Перед уходом обязательно возьми из ящика оружие и навыки. Как будешь готова, иди искать еду для папочки. Поторопись, надо удовлетворить его голод, пока не поздно. Папочка приходит в ярость, когда голоден. Ты уж постарайся, ведь только ты можешь вернуть спокойствие в наш дом. Эй, немедли, накорми меня! Ты, наверное, тоже обожаешь специи? Их можно добавлять во что угодно. В курятину, в говядину, да хоть в кашу. Но какими бы вкусными они ни были, нет смысла есть их сами по себе. К сожалению, ими не наешься. Итак, собственно, весь туториал нам рассказали только что в записках. И добавить особо-то и нечего. Покажу лишь, что я выбираю в инвентаре в каждом из уровней. Итак, в первом Джеку будет достаточно лишь несколько блюд, чтобы его накормить. Да и в целом уровень совсем маленький. Поэтому из оружия берем лишь дробовик и 6 патронов при даче. Ну а из навыков это скорость 2, чтобы Мия бежала в разы быстрее. Но правда здоровье будет отнимать намного больше, но мы все равно затащим это дело без урона. Ну а также повышенный урон от оружия и дополнительное время за убийство врагов. Ну и собственно, поехали. Ладно. Я есть хочу. Чего ты там возишься? Летающий болванчик, кстати, прибавляет нам бонусное время ровно в 2 раза. Поэтому стреляем по нему уже после того, как убили врагов и набили себе время, чтобы его приумножить вдвое. Затем комбинируем специи с курицей и относим все блюда Джеку. По пути советую выкинуть дробовик, потому как на чердаке будет временное дополнительное оружие. Да и места в инвентаре для еды будет в разы больше. Еще! Еще! Все, в меня больше не влезет. Если постараешься, в награду получишь навыки. Навыки — это... Ну, как тебе объяснить? В общем, это штуки, которые влияют на тебя, когда ты их несешь. Если навыков много, ты можешь быть суперсильной. Осторожно, некоторые навыки могут вредно влиять на тебя. Кроме того, чем больше навыков, тем меньше места для еды. Ох уж эти навыки. Можно подумать, мы в какой-то видеоигре. С ума сойти. Итак, на 2 уровне из навыков я бы советовал брать также скорость 2 уровня. Без нее, собственно, никуда. Бонус времени за убийство врагов, плюс бонус за попадание по врагу, а также более усиленный урон. Ну а из оружия я предпочитаю брать пистолет и пару пачек патронов. Этого хватит с головой.
И да, со второго уровня нам будут попадаться закрытые двери. Чтобы их отпереть, нам нужно будет не отыскать ключ, а убить монстра определенного цвета. Именно поэтому нам и нужно будет заучивать уровни и продумывать различные тактики, куда бежать лучше сначала. Потому что порой эти монстры могут находиться в другом конце локации. Да, вот такая вот здесь есть путаница. Так что советую придерживаться именно моего прохождения. Погнали! Чертовски вкусно! Продолжай! Продолжай! Все, в меня больше не влезет.
Наверное, все любят торт. Он такой восхитительный. Конечно, он и так очень вкусный. Но можно добавить в него что-нибудь сладкое. Постой-ка, ты когда-нибудь видела взрывающийся торт? Умора! Наверное, все согласны, что торт один из самых вкусных продуктов питания. Я его просто обожаю, хоть замуж за него готова. Оказывается, мама готовит ужин. Как выясняется, секретный ингредиент – отбросы. Если честно, для меня это шок. Поверить только. Мне понадобится время, чтобы с этим смириться. Мое любимое блюдо сделано из отбросов. Тьфу. Эй, немедли! Накорми меня! На третьем уровне я предпочитаю брать те же самые навыки, что и во втором. Разве что скорость 1 вместо 2, дабы сильно не забивать инвентарь и было место под еду. Ну а из оружия это пистолет и одну пачку патронов, а также дробовик и 30 патронов сверху. Но по факту пистолет понадобится лишь на одном месте в самом начале, поэтому позже советую не полениться и скинуть его в ящик. Ладно. Я есть хочу. Чего? Супер! Так держать? Thank you.
Этого мало. Чертовски вкусно! Все, в меня больше не влезет. Итак, четвертый уровень. Навыки те же самые, что и ранее, но из оружия это пистолет и пачка патронов. Ну и также ломик. Вообще его можно налегке пробежать с одним ломиком, но как по мне уж сильно это читерское оружие. Видел, как на ютубе все пробегают с его помощью. Если поставить навык усиленный урон в рукопашный, практически все монстры убьются с первого раза. А это совсем уж как-то неинтересно. Но в этом уровне мы должны его взять, потому что патронов дают слишком уж мало. И советую его все же прихватить на всякий пожарный. Ладно. Ах да, здесь у нас впервые появляется блюдо-отбросы, про которое писала Зои в одной из записок. Эти самые отбросы Джеку совершенно не понравятся и не прибавят толком еды. Но вот если смешать их с сахаром,
то получится фирменное блюдо бейкеров, которое считается одним из вкуснейших блюд. Да и занимает всего одну ячейку в инвентаре. Пожалуй, самый полезный предмет из еды. Я только зря время трачу. Я есть хочу. Чего ты там возишься? Все, в меня больше не влезет. В пятом уровне абсолютно те же самые навыки, и пистолет с пачкой обычных патронов, и пачкой улучшенных. Ладно. Здесь, кстати, советую забрать только сыр и специи. Дешевое вино не трогаем ни в коем случае. Во-первых, оно прибавляет мало еды и занимает аж целых 2 ячейки в инвентаре. Поэтому лучше оставить для более полезного предмета, чтобы потом нам не пришлось бегать на второй круг. Я только зря время трачу. Thank you.
Продолжай! Продолжай! Все, в меня больше не влезет. И, наконец, последний, шестой уровень. Самый долгий, длинный и запутанный. Но не сказать, чтобы сложный. Навыки берем абсолютно те же самые, но из оружия пистолет, две пачки обычных патронов и пачка улучшенных. Ладно. Еще! Еще! Эй, немедли! Накорми меня! Я только зря время трачу. Кстати, как только разберемся с мутированной версией Маргарет, советую не бежать сломя голову дальше, а дождаться, пока она умрет и рассыпется, потому как от нее останется фирменное блюдо бейкеров. Лишним оно точно не будет.
Я есть хочу! Чего ты там возишься? И после того, как мы ее одолеем, в соседней комнате появится болванчик, к которому лучше прибежать сразу и по максимуму увеличить себе время. Ну и советую на данном этапе использовать сундук. Скажем, забиваем весь инвентарь до отвала едой и скидываем все в ящик. Но уже в другом, который стоит возле Джека, мы все это дело и достанем. Я только зря время трачу. Еще! Еще! Все, в меня больше не влезет. Ну что, друзья, вот так это дополнение проходится на самый наивысший ранг, а именно СС. Кстати, для любителей повыбивать ачивки, тут есть аж 3 достижения. И давайте, пожалуй, кратенько по ним пробежимся. Первое называется «Лучший день рождения». И чтобы его получить, нужно пройти все 6 уровней не ниже, чем на ранг S. С СС заморачиваться вовсе не обязательно. Это для тех, кому не хватает челленджа. Вторая ачивка «Повар-чудотворец». И здесь нам нужно принести абсолютно все виды еды и напитков. В принципе, я показал их практически все в своем прохождении. Но вот совсем не знал, что торт можно также комбинировать и с фруктами. Таким образом получится фруктовый торт. Ну а для тех, кто проглазел и хочет повторить лично, вот вам полный список всех вкусностей Джека. Может, кому пригодится. И, наконец, последняя ачивка «Не заставляйте ждать».
нужно пройти любой из уровней с 10-минутным бонусом времени. На первый взгляд может показаться, что нужно пройти и чтобы осталось в запасе более 10 минут. Но нет, не совсем так. Здесь как раз таки идет речь про бонусное время, которое мы выбиваем из врагов. То есть нужно набить более 10 минут. Если вы заметили, то в статистике обычно показано, сколько я выбивал времени на каждом уровне. Так вот, чтобы получить данную ачивку, у меня есть один хороший и верный способ. Итак, выбираем самый последний уровень и берем с собой бесконечный бластер и пару навыков, которые добавляют время за убийство и урон врагов. И валим буквально всех на своем пути. На какой ранг мы придем, совершенно не важно. Можно хоть все 15 минут носиться по локации и убивать постоянно появляющихся монстров. Но я советую сразу побежать к толстяку и заработать на нем время, а затем идти к Маргарет. Убиваем ее и несемся назад к болванчику, приумножаем время вдвое, а затем сразу же несемся на чердак, где будет еще один такой. Если сильно постараться, то можно набить здесь сразу же 5 минут чистого времени. Ну, лично у меня такое получалось. Но уже остальное набиваем уже всеми возможными способами, типа бластера, огнемета или же дробовика. Минут 5-7 носимся туда-сюда и валим монстров и сдаем еду Джеку. Мой рекорд, кстати, на данном уровне аж целых 36 минут бонусного времени. С данной тактикой выбивается данная ачивка проще простого. Так что, может, кому будет полезно. Пользуйтесь на здоровье. Ну что, друзья, а на этом у меня в принципе и все. Это было полное и подробное прохождение «День рождения Джека» на ранг СС. И знаете, даже несмотря на то, что мне это дополнение не понравилось, и впервые, когда я его запустил, я подумал примерно... Что это за говно? Я в любом случае никак не мог пройти мимо и что-то недопройти по резиденту седьмому. Мне обязательно нужно закрыть проект полностью и затащить его на все 100%. И даже несмотря на то, что мне это дополнение не нравится, я постарался все равно его разобрать полностью и затащить максимально хардкорно. Так что надеюсь, даже если вы также относитесь к этому стебному DLC, как и я, то хотя бы прохождением вас удалось порадовать. Ну а следующее DLC, которое у нас будет, называется «Итан должен умереть». И вот оно является по-настоящему сложным и хардкорным испытанием. Во-первых, там предметы абсолютно случайно генерируются. Никогда не угадаешь, что лежит в очередном ящике. Да и убивают там порой с одного или же двух ударов. Сложность там покруче, чем на Мэдхаусе. Ну или приблизительно такая же. И данное дополнение немногим по зубам. И вот чтобы его пройти, придется реально попервой делать целую сотню рестартов. Но я же полностью его пройду, покажу и постараюсь дать дельный и полезный гайд. Как же его затащить простому смертному и кому он никак не подается. И да, Итан Маздай, это будет 8-е и последнее дополнение по резиденту седьмому. После него мы наконец ставим точку в данном проекте и переходим наконец к долгожданной паразитке. Ну что ж, всем огромное спасибо, друзья. Совсем скоро увидимся. Всем удачи и до новых встреч. Всех обнял, ваш Чапай.